Крепкого вам всем здоровья, ребят. Сегодня у меня пробная рыбалка на своей новой лодочке. Эта лодка очень легкая, называется она Покрафт. Лодка в данном случае весит всего-навсего 4 килограмма. То есть вы можете спокойно свернуть ее, бросить в рюкзак и уйти куда-нибудь туда, куда не можете проехать на машине, и плавать на лодке. Ну вот и первая рыбка попалась. Ёрш! Ёрш попал, ребят. Вот такую приманку, имитацию личинки стрекозы. Ёршина! Кто-то клюнул посерединке. Ого! Вот это ершина, ребят. Нифига. Смотрите, какой здоровый. Я даже не ожидал. Съел нашу личинку стрекозы. Смотрите, ребят, какой ерш. Сегодня реально день ерша какой-то вообще. Вон он что. Главное, дохлый сам такой. Клюнул прям посерединке. Прям реально съел. Просто сожрал. Отдай мне мою козявку. Давай, беги. Хопа. Вообще стоит отметить, что когда ты рыбачишь на сплаве, то рыбалка обретает совершенно другие краски. То есть ты плывешь себе потихонечку, смотришь на красоту природы, вот, и каждый раз замечаешь что-то новое. То есть где-то там птичка порхает, свила себе гнездо, где-то ястреб там летает и маленькие птички его догоняют. Где-то рыба плеснулась, где-то травинки так интересно так расположены, торчат красивенько. То есть все как бы совершенно по-другому воспринимается. То есть вид с воды, он имеет свою какую-то определенную магию. И, собственно говоря, этим и подкупает рыбалка на сплаве. То есть ты плывешь, у тебя полное умиротворение, полное спокойствие, и ты полностью сосредоточен на окружающем мире. Это, пожалуй, один из таких видов рыбалки, который, если так можно выразиться, обладает особой душевностью. Пока голова отдыхала без камеры, вот кушок клюнул. Окунёчек. Он не крупный. О! Щучка попала. Только бы не откусила. Мелочь. Опа, цепилась. Но главное, что не откусило. Это хорошо. Ого. Какой шарик. Зачетно клюнул. Хорошо скушал. Это же пузатенький. Еще хочу. В общем, потихонечку плыву, пытаюсь отказаться от микроджига, но получается с трудом, потому что на микроджиг клюет часто, клюет рыба разная, вот, и как бы достаточно интересно рыбачить. Вот, но я думаю, что мы проплывем еще, наверное, километров 10. 12,
и там уже будут более безлюдные места, и там уже можно будет начать охотиться за более крупной рыбой. То есть возьмем уже большие приманки и начнем облавливать интересные места. Ну вот, подходим еще к одному перекатику интересному. Сейчас надо будет его как-то проходить. Сейчас надо будет протащить немного лодку, потому что тут струя идет вон прямо под этот куст, и тут как хочешь ты выруливай, но ты не вырулишь, вот. Что-то просто-напросто затянет. Так что сейчас аккуратненько, благо на лодке есть специальные ручки, удобно держать. Вот, толково. Сейчас аккуратненько присядем. И также полгаза аккуратненько вперед пойдем. Это довольно-таки сложный участок здесь. Дальше река пойдет более спокойная, так скажем. Вот, а этот участок надо пройти с максимальной осторожностью. Ну как поклевывает рыбка-то? Это плохо. Понятно. Елец или сорожка? Вот есть окунек. Посмотрите, ребят, какая картина. Цапля приземлилась на вершину ели, которая стоит на скале. Вот, смотрите. Первый раз такую вижу. И там он еще одна сидит. Представляете, обхватила ветку лапами своими и сидит, как воробушек на жердочке. У них тут, видимо, целый выводок, вон, видите, еще одна сидит. Это он что-то гогочет. Знаете, вот так вот плывешь. Места везде шикарные. И самое сложное — это положить просто камеру и начать рыбачить, начать ловить рыбу. Вот, потому что плывешь, и такое чувство, что тут никогда человек не ходил. А это просто укромные уголки, до которых пешком не дойти. Вот, а можно попасть только с помощью лодки и на сплаве. Но я знаю, что вы ждете рыбку, поэтому сейчас будем ее ловить. Ребята, попала рыбина, ёлы-палы. На лим попал. На микроджик попал, на лим. Ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой!
Вот это да! Вот это дядька клюнул! Ничего себе, подвис! Давай, 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 давай! Нифига у него пасть какая разодранная, смотрите что. Ё-моё, вот это да. И нас с вами тянет в перекат. Эх, мать. Вот это да, я думал коряга какая-то, что ли. Представляете, на лим клюнул, обалдеть, на микроджик. Я вообще в шоке. Я ни разу на лима не ловил на спиннинг. Обалдеть. Вот это да. Трофей так трофей. Так. Где ты, родной? Ну-ка. Опа. Четко. Четко. О, ребят, смотрите какой. Попал. На лимасина. Ну, давайте. Взвешиваем его, что ли. Кило 415 налим. Офигеть. Вот это рыбешка. Слушайте, ребят, ну эту рыбу я, наверное, заберу домой. Потому что эта рыба вкусная. Эта рыба классная. Обалдеть вообще. Клюнул он у меня, ребят, вот на эту вот приманочку. Вот. Грузик Чебурашка 2 грамма, поводок 0,14, такая вот маленькая. Вот. В общем, просто подвис. Я так хоп, и вроде тянется, как коряга. Ближе к лодке-то подводить, он как забился, я уже тогда только камеру включил. Ну вообще, прям огонь, я прям адреналин словил. Ребят, мы прибыли на островок счастья. Это у нас примерно половина пути. И сейчас будем готовить кушать, обедать, чуть-чуть отдыхать. И дальше поплывем. Смотрите, ребят, пожаловал бурундук,
по скале ползает. Зарядился геркулесом, шлифанул колбаской и чайком. И теперь у меня очень много сил для того, чтобы пройти вторую половину пути и изловить хорошую рыбу. Я вот еще на что хотел обратить ваше внимание. Обычно покрафты комплектуют веслом, которое одиночное. Вот. То есть ты едешь и вот так вот машешь. Да? Но такое весло частенько в условиях рыбалки, оно неудобно. Оно бывает иногда падает куда-нибудь за борт. Да, и вам приходится каким-то образом его доставать. А если это большая глубина и весло утонуло, то все, пиши, пропало. Вот, а здесь покрафт, он идет с разборными веслами. То есть я могу из этих весел сделать одно и тоже так же махать. Вот, а могу просто вот как на обычной лодочке резиновой так вот спокойненько плыть. Вот это вот один из любимых моих участков реки. А здесь идет длинный плес и вот такие вот кусты. И прямо вот под них подкидываешь, и там обычно стоит окунь, иногда стоит щука. Вот. Ну, сейчас будем проверять. Ребята, вот я вот сейчас отплыву вот около этих кустов. А передо мной, в общем, прошла лодка с мужиками. Я еще думал, что они там делают. Они, в общем, через каждые 5 метров поставили свои вот эти вот жерлицы. Вот. Вообще так-то это незаконно, такое большое количество жерлиц выставлять. Люди вообще. Неужели поймать не могут рыбу? Надо вот так вот выставлять такое количество. Позорище. Тут окуня было тьма тьмущая под этими кустами, а сейчас даже подкидывать под кустики особого желания нету, потому что все жерлицами утыкано. Я тогда за один проплыв по этому месту, ну не знаю, там, грубо говоря, по десятку окуней вытаскивал, причем окуни хорошие попадались. Вот, а сейчас что, они, считай, проплыли тут, работали. Что, журлист наставили? Не знаю, какая тут рыба сейчас будет. И будет ли вообще. О, есть! Есть! Это была щука! О-хо-хо-хо. Нифига, как она всадила! Есть. Вот она, доела. Доела колбаса мелкая. Вот так, молодец. Хорошая девочка.
Вот кунишка на рака тоже клюнул. Смотрите, ребят, что увидел. Гнездо. И там совенок. О! А, нет, это не совенок. Это какой-то истребок ночной. Наверное. Прям в скале, вот смотрите, видите где? О как! Особо ты и не заметишь. Как красота такая. А ты, матушка, убежал. Хвост так и торчит. Ну вот как я и говорил, плывешь медленно, потихонечку по реке, смотришь по сторонам внимательно. И вот такие вот маленькие чудеса бывают тебе встречаются. Для меня это очень такие ценные моменты, которые, ну, не знаю, наполняют жизнь чем-то таким красивым, хорошим и добрым. Окунёк клюнул хороший. Ну, какой хороший. Красивый какой. Бух. Красавчик. Красавчик. Давай. Ой. Есть. Хороша. Пойдет, девочка. А так. Оттас. Ура! Мы поймали щуку. Ну вот. Еще одна девчонка попалась. Ну что мы с тобой будем делать? На сковородку пойдем? Или домой? Давай-ка домой. Что, мала еще. Налима я и так уже сегодня взял. А ты давай. Беги, моя хорошая. Расти. Дядькам плохим не попадайся, которые жерлицы много ставят. А ну кушать. Это опасно. Будем резать струю. Вот так. Вот так. Вот так. Есть. Клюнула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Господи, кошмар какой. Я кого-то подбагрил. Это лещ. Лещ, точно же. Блин. Эй, стой, дорогой. Стой, стой. Стой, 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 стой. О, какой. Подлещок. Подбакрил его. Да, беги. Стоит, видимо, тут на струе. Представляете? Вот где надо на удочку рыбалить. Трясогузка молодец. Хорошо научилась приспосабливаться. Бегает. По кувшинкам собирает козявок разных и долбит их.
Оп, съела. Оп, оп. Оп, молодец какая. О, ребят, смотрите, тут кто-то поставил кружки. Вот раз. И на этой стороне еще два, три, четыре, пять штук. Кружочки стоят. Красивенько. Сработанных нету. Какая была жесточайшая поклевка сейчас. Эть! Ой-ой-ой! Куда-то, куда? Завела что ли куда-то? Что такое, ничего понять не могу. Под корягу что ли завела? Воткнула и под корягу завела. Вот же. Давай. Все, отцепилось. В общем, ребят, я уже третью флешку начал на экшн камере. И вы знаете, вот я плыву, и у меня такое ощущение, как будто бы я попал в какой-то рай. Вот потому что плывешь, целая куча каких-то мест, где прям вот реально хочется закинуть спиннинг. Прям вот хочется немного задержаться, хочется прям прокидать, все прокинуть. Вот видите, какие сзади меня кустики, вот, ну, просто же песня. Как вот удержаться можно, но, к сожалению, надо плыть вперед с определенной скоростью, потому что 8 часов вечера в конечной точке моего сплава меня будет уже ждать отец. Вот. Так что, хочу я или не хочу, но придется плыть дальше и как можно оперативнее облавливать понравившиеся места. Вообще уже ничего не бояться. Прям перед лодкой реку переплывает. Эй, водяная крыса. Хоп, все, нырнула.